Николай Пильник. Я в данном случае представляю одновременно и Высшую школу экономики, и НИФИ Минфина России. У нас сегодня секция А14.3. Называется она «Экономический рост, структурные сдвиги и человеческий капитал в российской экономике». Три доклада у нас с вами заявлено, вот, собственно, в том порядке, в котором они идут в расписании. Если нет, кстати говоря, замечаний, я думаю, мы в таком порядке их и оставим. Это, во-первых, доклад Антона Игоревича, это влияние учета трендов данных на свойства равновесия DSG моделей. Второй доклад Михаила Юрьевича, это о результатах моделирования в рамках DSG моделей действия фискального правила в России. И третий доклад Александра Викторовна «Влияние развития человеческого капитала на экономический рост субъектов Российской Федерации». Экономический рост у нас сегодня возникает во всех трех докладах. Видимо, в основном про него мы сегодня и будем говорить, немножко с разными инструментами. Еще небольшой комментарий, такая техника безопасности по работе с нашей сегодняшней секцией. Значит, уважаемые участники, мы осуществляем запись нашего мероприятия с последующим размещением в интернет-пространстве. При наличии возражений просим отключить видео. Остановить запись, к сожалению, не представляется возможным. Благодарим за понимание. Так, один момент, коллеги, у нас еще подключаются зрители. Собственно, регламент у нас очень простой. 20 минут на выступление, потом 5 минут на вопросы или дискуссию. И в конце еще будет небольшое время на либо дискуссию, либо на борьбу с техническими проблемами, если они, не дай бог, будут возникать в процессе, ну, либо же на заключительное слово. Так, уважаемые коллеги, никто не против пойти в том порядке, который заявлен в программе? Да, тогда Антон Вотинов, НИФИ, Минфин России, передаю слово. Теперь слышно. Слышно, но видим мы, к сожалению... А, вот теперь мы все видим правильно. Спасибо. Да, добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, Microsoft Teams не позволяет мне видеть вас во время выступления, поэтому буду просто смотреть в экран. Вот, я тогда начну. Меня зовут Антон Вотинов. Я представляю здесь Центр макроэкономических исследований НИФИ Минфина. Сегодня я хочу рассказать вам про тему моего исследования. Это то, как включение в DSG модель тренды влияет на поведение данных моделей, эти модели. И о чем я сегодня расскажу? Ну, вначале я буквально минуту расскажу о том, о мотивации, зачем вообще это исследование нужно. Далее я представлю то, как в DSG моделях представляется декомпозиция данных на тренд и цикл. После чего расскажу вкратце о самой модели и о том, как я предлагаю включить в эту модель дополнительные тренды. Ну, далее про оценку таких моделей и про сравнение результатов. Вот. Ну, соответственно, мотивация здесь, она довольно простая. Если мы посмотрим на долгосрочные ряды, в данном случае для России, то мы видим, что реальные темпы изменения макроэкономических переменных и темпы изменения дефляторов, они очень сильно отличаются. Вот, например, если мы посмотрим на первую строчку, это темпы реального изменения ВВП, потребления, инвестиций, госпотребления, экспорта, импорта, они очень сильно отличаются. То есть, если ВВП росло в среднем на 0,85% квартал к кварталу, это логарифмический темп изменения, то госпотребление росло на 0,26%. Ну, то есть разница почти в 4 раза. При этом импорт рос на 2%. Похожая ситуация, она наблюдается для дефляторов. То есть на достаточно долгом промежутке времени у нас темпы изменения основных макроэкономических переменных, они сильно отличались друг от друга. И поэтому для того, чтобы DSG модель могла это учесть, нам нужны различные тренды. Вообще, зачем нам вот эти тренды в DSG моделях? Ну, базовое представление DSG модели, что у нас любой ряд X может быть разложен на трендовую составляющую и на циклическую составляющую, где здесь по трендовой это X overline, то есть X с черточкой сверху, а циклическая это X маленький. И, соответственно, вот эта трендовая составляющая, она по своему построению это... Ну, произведение некоторых экзогенных процессов. Это может быть технологический прогресс, это может быть динамика населения, это может быть какие-то другие процессы, которые могут быть как стохастическими, так и детерминированными. Но, например, технологический прогресс и
динамика населения, они обычно стохастические. Но, например, там, если мы смотрим, вспомним классические работы Смеца Войтерса, то там технологический прогресс, он детерминированный. И, соответственно, логарифмическое изменение любого тренда может быть разложено на сумму изменений вот этих самых трендов, которые могут быть как статистические, так и детерминированные. Ну, то есть, в принципе, у каждого тренда есть свое среднее изменение. Ну, а циклическая компонента, она раскладывается уже как steady state, перемножение на какую-то сумму структурных шоков. То есть, например, это, здесь может быть как шоки фискальной политики, как шоки монетарной политики, так и шоки предпочтения домашних хозяйств. То есть, вот такая структура для декомпозиции переменных, она используется в DSG-моделях, и обычно именно трендовая составляющая, она... На нее делается корректировка данных, и сама модель оценивается, по сути, она уже, ну, работает с циклическими компонентами. Вкратце пробегусь о том, какая модель использовалась. Я тут постараюсь быть не супер детальным. То есть у нас есть континуум домашних хозяйств, которые любят кушать, но не любят трудиться. У нас здесь есть привычки в потреблении. Соответственно, домашнее хозяйство тратит деньги на покупку потребительского товара, инвестиционного товара, они покупают так или иначе облигации, ну и получают деньги от труда, от сдачи капитала в аренду и от операций с долгом. Сектор промежуточного производства, он представлен как обычно стандартной функцией Коба-Дугласа. И здесь у нас ценовые жесткости по Ротенбергу. И импортеры, они покупают за рубежом некоторый товар и производят из него импортный товар в соответствии с такой производственной функцией. Я чуть дальше про это буду говорить более детально. А сектор конечного производства, он также представлен стандартной функцией Коба-Дугласа, но не совсем стандартной, потому что здесь есть вот такая... сектор-специфичная производительность, о которой я тоже чуть-чуть дальше скажу детальнее. Ну, соответственно, государство у нас покупает товар государственное потребление, передает трансферы домашним хозяйствам, ну и продает гособлигации. Центральный банк тоже представлен как стандартная функция, как стандартное правило Тейлора. Также в экономике выполнен ряд балансов. То есть балансы на внутреннем секторе, балансы импортных товаров, ну и платежный баланс, который представлен на слайде. Если мы говорим про тренды, то основное видение – это вот как раз-таки то, как конечные производители товаров делают конечный товар. То есть если у нас есть конечный товар потребления домашних хозяйств, то он делается из внутреннего товара и из импортного товара в соответствии с какой-то сектор-специфичной производительностью. Если мы вот это уравнение, то есть вот эту производственную функцию разложим в виде темпов изменения трендов, то мы получим, что темп изменения X, то есть mu Tx, он равен сумме чего? Сумме темпа изменения сектор-специфичной производительности, перемноженного на альфа x, то есть на степень темпа изменения внутреннего производства, ну и также на умноженный на 1 минус альфа x темп изменения импортного товара. То есть здесь, ну, мы вот это уравнение, мы его лог-дифференцируем и получаем вот следующее выражение. И тем самым мы вводим модель дополнительные тренды, которые влияют на долгосрочную динамику всех эндогенных перемен. Если мы будем говорить про импортеров, то, я вроде как не сказал, такая функция, она работает для всего конечного производства, то есть для потребления домашних хозяйств, для инвестиций, для потребления государственного сектора, для экспорта. А импортеры же, они покупают за рубежом некоторое количество товара YF, и с помощью своей сектор-специфичной производительности делают из этого купленного за рубежом товара импортный товар YM. И в целом несложно показать, что тогда динамика вот, именно импортного товара, который используется конечными производителями, она также зависит от динамики
от трендовой динамики тех товаров, которые мы покупаем за рубежом. То есть тем самым можем вести еще дополнительно тренд в импортных товарах. Зачем это нам нужно? Ну, как я раньше говорил, у нас в DSG-моделях есть декомпозиция на трендовую составляющую, на циклическую, и трендовую составляющую у нас, соответственно, в модели, они, то есть все перемены, они у нас остационариваются, то есть делятся на свои тренды. И для этого нам важно, чтобы динамика трендов в долгосрочном периоде, она соответствовала каким-то условиям. Если мы выпишем эту систему условий, то есть, например, второе уравнение – это та формула, которую я уже ранее показывал, то есть это она следует из того, что из условия на производственную функцию конечных производителей. Третья формула, третье равенство – это условия на равенство трендов для импортеров, а первое – это на самом деле это просто следует из функции Коба-Дугласа. То есть если мы посмотрим на функцию Коба-Дугласа, то здесь у нас слева будет темп роста ВВП, справа у нас будет альфа умножить на темп роста капитала, который по сути равен темпу роста инвестиций, а справа у нас будет 1 минус альфа умножить на темп роста производительности труда, то есть мю А. Вот, собственно, здесь данное равенство и представлено. Соответственно, мы хотим найти решение данной системы, то есть μA, μI, μM – это все темпы изменения эндогенных переменных, а μA, μAx и μAm – это у нас какие-то параметры, это параметры изменения экзогенных трендов. Ну и, соответственно, мы хотим найти, а как у нас эндогенные темпы изменения связаны с экзогенами. Ну, собственно, мы решаем данную систему и получаем решение, где у нас все эндогенные темпы изменения связаны с экзогенами. Что нам дает такая система? Ну, например, если мы используем данные по всем темпам изменения всех основных компонентов ВВП, то мы можем при достаточно несложных предпосылках вывести оценку для вот этих темпов изменения экзогенных переменных. Например, то есть мы знаем, чему равен темп изменения ВВП, мы знаем, чему равен темп изменения, реальный темп изменения импортного товара, ну и тем самым мы можем получить оценку вот этого сектор-специфичного производительности в импортном секторе. Далее мы можем найти, зная данную величину, мы уже можем оценить все другие темпы изменения экзогенных трендов. Более того, в принципе, мы можем, даже если у нас в модели не такое большое количество экзогенных процессов, а чуть меньше, то мы можем получить оценки и для таких случаев. Например, если у нас в модели только один тренд, то есть производительность труда, то темп изменения производительности труда, несложно показать, что он будет оцениваться вот так, ну, то есть при определенных предпосылках. Что было сделано дальше? Дальше было оценено две DSG-модели, то есть первая DSG-модель – это та, в которой нету дополнительных трендов, то есть в этой модели есть только один экзогенный процесс – это темп изменения производительности труда. И была оценена полная модель, где у нас помимо тренда, экзогенного тренда производительности труда есть все вот эти вот сектор-специфичные производительности в потреблении, в инвестициях, госпотреблении, экспорте и импорте. Параметры модели, они калибровались по Смец-Войтерсу и частично по Полбину, а все параметры, связанные со структурными шоками, они уже оценивались на данных. И что получилось при оценивании этих моделей? Здесь приведены средние, во-первых, здесь приведены некоторые результаты оценки. Первая строчка – это, соответственно, как у нас в данных выглядит темп изменения тех или иных переменных. То есть, например, ВВП рос на 0,85%. Это я уже раньше на слайдах показывал. Вторая строка – это, соответственно, тот теоретический момент, который получается, когда мы используем модель только с одним трендом. И третья строка – это те теоретические моменты, которые у нас получаются, когда мы используем модель с большим количеством трендов, то есть с шестью.
И как мы видим, если у нас в модели есть только один экзогенный тренд, то теоретические моменты всех ВВП и всех его компонентов, они равны между собой, что на самом деле, ну, далеко от правды. Если мы используем большее количество трендов, то здесь, обратите внимание, то есть тоже госпотребление, если в данных у нас 0,26% темп изменения квартал к кварталу, то вот в модели, теоретический момент для модели, где много трендов, тут 0,12%. Ну, то есть это гораздо ближе, чем 1,13%. Похожая ситуация и для темпов изменения дефлятора. Ну, на самом деле, эта таблица довольно сложная, можно это чуть-чуть агрегировать. Здесь я ввел такую метрику, ну, то есть мы можем посмотреть, как у нас эмпирические моменты, то есть, например, в данном случае, как у нас средние отличаются от теоретических моментов, то есть средние в данных отличаются от того, что нам дала модель, то есть, по сути, это разница между этой строчкой и первой строчкой и второй строчкой. То есть мы берем разницу между двумя строчками, возводим в квадрат, суммируем, ну, то есть получаем такое среднеквадратичное отклонение теоретических моментов от эмпирических. И что здесь получается? Соответственно, если мы рассматриваем именно первые моменты, то есть темпы изменения компонент ВВП, темпы изменения дефляторов, то здесь разница колоссальная. То есть если мы в модель включаем много трендов, то тут эта метрика равна 0,2. Если мы включаем только один тренд, то эта метрика равна 1,6. То есть разница в 8 раз. Менее наглядная ситуация для дисперсии и для ковариации. То есть дисперсия – это разница чуть больше, чем в 3 раза, для ковариации, ну, тоже чуть больше, чем в 3 раза. И тут важно, что ковариация, то есть мы, когда мы включаем в модель большее количество трендов, мы позволяем лучше учитывать то, а как у нас связаны друг с другом те или иные макроэкономические перемены. Другая метрика, это более качественная метрика, это то, а как модель вообще подгоняет циклические компоненты. То есть, как я говорил, у нас любой ряд разбивается на тренд и на цикл, и мы хотим, чтобы циклическая компонента, она выглядела как цикл. Например, если вот мы посмотрим на графики, здесь у нас две модели. Пунктирная линия – это, соответственно, модель, когда у нас только один тренд. Сплошная линия – это модель, где у нас несколько трендов. Обратите внимание на левый график, это график для ВВП. Сплошная линия, она, ну, более-менее похожа на цикл, она колеблется вокруг нуля. А пунктирная линия, она, ну, вообще не похожа на цикл, в ней есть какой-то тренд. То есть модель, когда модели не дается возможность описать большее количество трендов, она их просто описать не может. Правый график – это тоже это госпотребление, ну, тут как бы тоже видно, что пунктирная линия – это просто постоянно снижающаяся величина. То есть это получается, что у нас половину наблюдений цикл был положительный, половину наблюдений цикл был отрицательный, что немножко противоречит логике и тому, что мы хотим видеть от циклов. Здесь я также привел различные метрики. Это то есть средний квадрат цикла и средний модуль цикла. Ну, то есть чем больше у нас эта величина, тем дальше у нас цикл от нуля, что, ну, на самом деле, не очень хорошо. И также здесь другая метрика – это насколько часто цикл пересекал ось y равен нулю. И как мы видим, что все эти метрики, то есть для модели, где у нас большее количество циклов, эти метрики чуть-чуть более правдоподобно, лучше показывают, что это больше отвечает циклу. Но здесь в первую очередь, мне кажется, важно смотреть именно на графики, как они показывают, какую динамику они показывают. Здесь приведен результат in-sample прогнозирования, то есть насколько эти модели могут прогнозировать внутри выборки. Здесь тоже сравниваются две модели, когда у нас только один тренд, экзогенный тренд включен, и когда у нас включено 6 экзогенных трендов, и здесь приведено их отношение. То есть чем ниже эта линия, тем лучше модель с дополнительным количеством трендов описывает данные. Ну, и как мы видим, на горизонте одного-двух кварталов модель с большим количеством трендов, она чуть лучше описывает динамику переменных, но повторюсь, что это именно in-sample, out-of-sample
Я еще пока не успел оценить, поэтому здесь результаты не приведены. Но, на мой взгляд, самая главная метрика – это все-таки то, как у нас, насколько модель хорошо описывает данные. Здесь у нас приведена marginal likelihood по сопроксимации Лапласа, и здесь разница между вот, значениями аппроксимации – это 65. Здесь нету какого-то четкого критерия, что такое, ну, 65, ну, нету какого-то четкого критерия, начиная с какой величины этой разницы мы считаем, что модель лучше, но по всем источникам, которые я смотрел, там обычно считается, что если вот эта разница была в аппроксимации больше 10, то считается, что модель, она все-таки лучше описывает данные и в целом лучше отражает те процессы, которые происходят в данных. Ну, здесь 65, поэтому достаточно существенная, достаточно большая разница, поэтому, наверное, можно утверждать о том, что включение в модель дополнительных трендов, оно все-таки несколько улучшает работоспособность модели. Ну, и здесь у меня на самом деле достаточно короткое заключение. Я бы сказал, что введение... Что в данных мы наблюдаем, что есть различные долгосрочные тренды. И, как показывают оценки, введение только одного экзогенного тренда в модель, оно ну, не всегда позволяет воспроизвести всю наблюдаемую в данных динамику. Поэтому введение в модель дополнительных трендов, оно ну, кажется достаточно оправданным именно с точки зрения какой-то интуиции и теории, но при этом, как показывают те расчеты, которые были проведены мной, эти расчеты показывают, что в целом включение таких трендов в модель, они не ухудшают ее работу, а на самом деле даже в каких-то моментах в основном улучшают. В первую очередь это также касается как каких-то качественных характеристик модели, ну, не только личных, но и качественных характеристик модели, где я имею в виду именно разложение данных на тренд и цикл. Спасибо за внимание, я готов ответить на все вопросы и какие-то выслушать комментарии, замечания, если они будут. Спасибо. Да, спасибо большое. Коллеги, я тогда, наверное, сначала предложу вам задать вопросы и выступающим, и слушающим, если таковые есть. У меня тоже есть некоторое количество, я, наверное, в конце присоединюсь. Коллеги, если есть вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Да, Михаил Андрей, да. Михаил, прошу. Спасибо за выступление. Антон, вот такой вопрос. Вы пишете некоторые соотношения на тренды, и приводите там примерно ну, три уравнения. Да? Вот есть подозрение, что если вы говорите, что многие переменные могут расти со своими трендами, то уравнений будет, скорее всего, побольше. То есть если есть, там, например, в начальной системе n уравнений, то на тренды будет, скорее всего, ну не n, но, видимо, похожее число уравнений. То есть, вот, во-первых, вопрос, так ли это? Второй вопрос, вот где описана техника работы с трендами? Потому что, ну, скорее всего, вы ей пользуетесь, а вы ее придумали. Вот, это интересно узнать, где именно вот вся теоретическая часть описана. Вот. Можно сразу все? Да, давайте, я записываю. Потом, вот, ну, сравнение моделей. Я так понимаю, что если есть один тренд и есть много трендов, то среди решений, где есть много трендов, содержится решение, где есть один тренд. Поэтому, ну, почти наверняка ваша модель с многими трендами будет лучше. Вот, ну, здесь, наверное, нужно показывать, ну, это так просто замечание, нужно, наверное, показывать, насколько она лучше. А вот если подчеркнуть... То есть, как бы очевидно, что она должна быть лучше. А подчеркивать значимость, наверное, видимо, типа прогнозирования вот out of sample, да, то есть, вот мне кажется, это как бы подчеркивает значимость, а то, что она лучше, но это значит, что, скорее всего, вы сделали все правильно. Вот, ну вот, вот так вот. Да, я, наверное, тогда... Спасибо, очень хороший вопрос. Я тогда начну с конца. Ну да, понятно, что модель, где у нас несколько трендов, она включает в себя модель, где один тренд, но как бы здесь у меня
было две задачи. Показать, что есть какая-то качественная интерпретация, она сильно меняется. То есть, на мой взгляд, вот этот график, он, ну, как будто бы самый важный. То есть для меня немножко, лично мне странно видеть, если DSG-модель оценивает цикл, который всегда растет. Ну, понятно, что это такая именно качественная характеристика, но вот количество метрики, да, их надо тоже чуть больше добавить. Здесь для меня важно это аппроксимация, вроде как тут достаточно большое изменение, поэтому, наверное, можно говорить, что несколько трендов чуть лучше, чем один. Про out of sample я абсолютно с вами согласен. У меня был расчет по out of sample для чуть-чуть другой модели, я просто, если честно, он чуть-чуть... Он сложный, поэтому я не успел его просто добавить. Я чуть-чуть присоединюсь, потому что у меня был очень схожий вопрос. Возникает подозрение, что может возникнуть ситуация переобучения, когда трендов слишком много. И, соответственно, вроде бы на out of sample это и должно быть видно. Вот вопрос, не возникало ли в тех моделях таких эффектов. Нельзя ли в такого рода технике не угадать с количеством трендов и добавить их слишком много? Я думаю, что вот тут про количество, ну, про переобучение здесь надо тестировать, да, это очень хороший вопрос. Я думаю, что здесь вообще в целом у меня здесь есть некоторые дополнительные тренды, но у меня здесь нет тестирования, а возможно какие-то можно выбросить. Uh-huh. Это правда, я как раз таки над этим думаю, и да, это очень хороший анализ, я его добавлю обязательно. Спасибо за комментарии. Это да, будет сделано. Техника работы с трендами. Я, наверное, не могу сейчас сходу сказать конкретную ссылку, откуда это я взял. На самом деле, это по большей части это было сделано в консультации с там, научным руководителем, с другими консультантами. Ну, в том числе с какими-то... Ну, мне кажется, даже если мы возьмем Динара гайд, там немножко есть... В каком-то образе так, вот эти уравнения, просто я чуть-чуть их здесь обобщил. Но конкретно сказать ссылку я, наверное, к сожалению, не смогу, потому что все-таки больше это все родилось в рамках дискуссии на каких-то других семинарах по этой теме. Про количество уравнений. Здесь есть хитрость, здесь есть x. Вот. А x включает в себя c, i, g, x. То есть вот за этим уравнением на самом деле скрываются 4 уравнения. Да, я, наверное, это мое упущение, что я здесь не сказал. Да, спасибо большое за комментарий. Да, спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Сейчас, и правильно я понимаю, что вот во второй версии модели со многими трендами у вас, видимо, присутствует несколько шоков трендов? У меня... вы имеете в виду стохастически детерминированные? Тренды. Мне кажется, я понял. У меня здесь шоки тренда есть только у технологического прогресса, только у А. А другие все тренды, они детерминированные, то есть там нет шоков. Поэтому здесь вроде как не забивается. То есть эти шоки, они не перетягивают на себя всю информацию из статистики. Да, спасибо. Так, коллеги, еще вопросы, если есть. У нас вот как раз 2 минутки осталось на вопросы. Мы пока хорошо укладываемся по времени. Неподнятых рук. Вопросов в чате вроде бы я тоже не вижу. Ага, ну что, тогда большое спасибо за доклад. Большое за комментарии. Ой, да, можно, пожалуйста, убрать, потому что я вижу себя в нескольких местах. Спасибо. Следующий доклад. Михаил Юрьевич Андреев, Банк России, о результатах моделирования в рамках DSG и модели действия фискального правила в России. Все, тогда передаю слово. Пожалуйста. Мы не слышим. Микрофон выключен пока, если что. Да, я включу пока презентацию. Слышно, да? Да, слышно, видно, все отлично, спасибо. Ну вот можно идти с разных сторон. Я, наверное, пойду не обычным для себя путем, а как бы с результата, да? Значит, что мы делаем? Мы
берем существующую DSG-модель и максимально близко к законодательству встраиваем туда российское бюджетное правило. Второе, мы смотрим на функции импульсного отклика и на симуляции модели и смотрим, как ввод бюджетного правила влияет на функции импульсного отклика и как, соответственно, бюджетное правило изменяет волатильность макроэкономических переменных. И третье, что было сделано, значит, мы посмотрели на то, насколько улучшается качество прогнозов, если мы используем подробное описание фискального правила. Значит, почему это важно? Значит, фискальное правило, его вроде как основная задача – это снизить волатильность, и в первую очередь волатильность выпуска. И при этом еще обсуждается активно, что фискальное правило, так как оно затрагивает валютный рынок, оно еще способствует стабилизации обменного курса. Вот. Давайте посмотрим, что у нас происходит в статистике. Значит, здесь представлены стандартные отклонения основных макроэкономических переменных. Вот видно, что после 2017 года стандартное отклонение всех приведенных переменных, оно упало. Ну, можно сказать, что здесь в абсолютном выражении упало. Но на самом деле нужно посчитать чуть точнее. И предположим, что вся динамика экономическая, она вызвана колебаниями цены на нефть. Тогда, чтобы понять, вот насколько изменилась реакция экономики на внешние воздействия, а бюджетное правило, оно связано именно с внешними воздействиями, то нужно соотнести вот стандартное отклонение вот этих переменных со стандартным отклонением цены на нефть. Поэтому мы давайте вот поделим на стандартное отклонение цены на нефть. И тогда будет видно, что многие волатильность относительно многих переменных действительно упала. Но вот есть переменные, например, волатильность которых после 2017 года, ну, не очевидно, что упала. Например, обменный курс при такой технике подсчета, и волатильность его растет. И, например, волатильность государственного потребления не очень сильно падает с 2017 года. Таким образом, в целом волатильность по статистике падает, но не для всех переменных и, ну, как-то так, разнородно, в разной степени. При этом есть различные объяснения, почему волатильность может снижаться. Это, ну, само фискальное правило, введенное 2017 года, это таргетирование инфляции Банком России с 2014 года. И третье, санкции против финансового сектора, которые привели к снижению трансграничных потоков. В теории все три вот этих фактора могут приводить к тому, что снижается зависимость, например, выпуска от внешних воздействий типа колебания нефтяных цен. Вот, поэтому одно дело наблюдать статистику, это, а другое дело понять на модели, как один из возможных факторов влияет на экономическую динамику. Значит, и что известно вообще про фискальные правила для ресурса зависимых стран. Известно, что в 2000-х годах фискальная политика была более контрциклична в ресурсозависимых странах, чем в 70-х годах. И это объясняется улучшением качества институтов и в том числе поведением, появлением фискальных правил.
Вообще по этой теме в фокусе внимания находятся Норвегия и Чили. И что известно про Норвегию? Что в Норвегии фискальное правило достаточно эффективно справляется с шоками нефтяных цен. И для экономики Норвегии на самом деле более актуальны исследования шоков внешнеэкономической активности. То есть шоков мировой активности. Значит, из исследования экономики Чили мы знаем, там похожие модели, вот приведенные, что введение фискального правила снижает волатильность выпуска и снижает волатильность обменного курса. При этом, если мы вводим фискальное правило, то при положительном шоке на цену на медь у нас инфляция сменяется на дефляцию. И еще одна интересная работа, это 2020 года иранских исследователей. Они посмотрели, значит, такой часть бюджетного правила, это введение вот, фонда типа нашего ФНБ, в котором накапливается циклическая часть нефтегазовых доходов. Вот оказалось, что у них введение вот этого внешнего валютного фонда приводит к снижению волатильности выпуска и обменного курса. А вот волатильность инфляции зависит от того, какой политики придерживается центральный банк. Значит, сразу скажу, что получилось у нас. У нас получилось, что если мы вводим фискальные правила, то волатильность выпуска снижается. Значит, это соответствует и статистике российской, и соответствует вот всем результатам, полученным в данных работах. То есть, как бы, то, что фискальное правило снижает волатильность выпуска, как бы в этом нет сомнений. Дальше важна реакция обменного курса. Вот у нас получилось, что фискальное правило лишь незначительно снижает волатильность обменного курса. В то время как в многих работах то есть волатильность обменного курса снижается достаточно существенно. Ну, это объяснимо с точки зрения, как устроены другие приведенные работы, как устроена наша модель. И третья реакция инфляции. Значит, если вот у Medina Sota инфляция меняется на дефляцию при положительном шоке, и там непонятно на самом деле, насколько меняется волатильность инфляции, то в нашей работе получилось, что малая дефляция при введении бюджетного правила меняется на большую дефляцию. И таким образом волатильность обменного курса, волатильность инфляции увеличивается с введением бюджетного правила. Ну, частично это совпадает, ну, как бы с результатом иранцев, да, то есть у них в одном из случаев тоже волатильность инфляции растет при введении бюджетного правила. Вот. Ну, это основные результаты. Можно пройтись по механизмам, и я это попробую сейчас сделать. Значит, что мы сделали? Мы взяли готовую модель Селезнева и Крепцева, разработанную в Банке России, значит, в 2017 году. Особенность модели является наличие стохастических трендов, описание банковского сектора и финансовых трений. Модель была оценена до 2016 года, а фискальный сектор был описан достаточно просто. Например, ну, в точности на госпотребление было написано R1 процесс. Дальше мы попытались максимально близко ввести бюджетное правило в нашу модель. Посмотрели, что написано в законодательстве, и основных положений в законодательстве два. Есть еще второстепенные, но они не особо важны для моделирования.
Значит, первое, федеральный бюджет формируется исходя из некоторой цены отсечения, и циклическая часть поступает во внешний фонд национального благосостояния. А вторая часть – то, что расходы ограничены сверху сглаженными нефтегазовыми доходами, не сглаженными не нефтегазовыми доходами, а, значит, поступлениями от размещения средств ФНБ, там, обслуживанием долга и некоторой надбавкой. Вот. Значит, здесь на рисунке красным изображен, вот, изображена правая часть неравенства, а черным за 17-19 года изображена левая часть неравенства. То есть на самом деле эти правые и левые части близки. Разница происходила из-за того, что там, из-за, по мнению одного из экспертов там, Банка России, что бюджет не совсем совершенно там планировался и исполнялся. То есть фактически это должно было быть совпадение вот, факт верхней границы и факта использования. А здесь есть некоторые моменты тонкие, что немножко это соотношение нужно корректировать, если мы его вводим как равенство, потому что оно вызывает неустойчивость. Но это написано в статье, лучше читать там, и я не буду на этом останавливаться. Вот. На самом деле предмет исследования особо, значит, наиболее важный – это первая часть, именно складывание циклической части нефтегазовых доходов вот, во внешний фонд. А вторая часть правила, если вы, например, посмотрите план бюджета на 2021-2023 года, то она здесь в очередной раз нарушается, вот это неравенство. И здесь вот эти надбавки, они расширяются, и фактически вот это ограничение, оно не является ограничением. То есть оно какое-то время его пытается исполнять, а потом оно рушится. То есть предмет исследования – это, в общем-то, первая часть, вот это срезание циклической части нефтегазовых доходов. Уравнение я не буду корректировать, я только скажу, что в бюджет поступает 55% нефтегазовых доходов, а 45% и с этих 55% срезается циклическая, значит, часть, поступает в ФНБ. А вот оставшиеся 45, они достаются другой части экономики, и поэтому даже если у нас введено бюджетное правило и случается шок цен на нефть, все равно экономика испытывает влияние шока цены на нефть даже при работающем бюджетном правиле, вот этом механизме сглаживания. Так, мы рассмотрели несколько спецификаций, и их можно разделить на два типа. Значит, вот первые две спецификации – это фактически базовая модель с некоторыми модификациями. Здесь R1 процесс на госпотребление и R1 процесс на отношение госпотребления к ВВП. И посмотрели два вида фискальных правил. Значит, эти фискальные правила отличаются тем, что, как Минфин, ну, как описываются займы Минфина на внутреннем рынке. То есть либо как случайное блуждание, то есть третий вариант, либо как, либо то, что Минфин хочет сгладить поступление от внутренних налогов, то есть не нефтегазовых налогов. То есть из-за того, что как раз вот здесь вот неточно описаны ограничения на расходы, то есть как неравенство, здесь есть некоторая вариация в том, как определять динамику внутреннего долга, чего хочет Министерство финансов на самом деле. Вот. Значит, если посмотреть на функции импульсного отклика вот этих всех четырех спецификаций, то видно, что в целом все четыре спецификации качественно правильно описывают отклик на цены на нефть. При положительном 10% шоке цены на нефть обменный курс укрепляется. Нефтегазовые доходы частично попадают в экономику и потребление растет. Значит, спрос на потребление вытягивает за собой ВВП, положительную область, инвестиции и когда это возможно, госпотребление. Вот.
Значит, из-за того, что обменный курс укрепляется, а цены внутренние растут чуть ниже, у нас получается, что инфляция в ответ на положительный шок цены на нефть падает. Ну, а регулятор, который действует в соответствии там, с правилом таргетирования, он снижает процентную ставку. То есть все реакции достаточно то есть, идут в правильную сторону. Здесь есть некоторые нюансы, но я сейчас на них не буду останавливаться, на этих нюансах. Вот. И что мы хотим посмотреть? Значит, мы хотим посмотреть два случая, значит, если мы исследуем бюджетное правило. Значит, черная кривая – это действующее фискальное правило. А синяя кривая – это значит, фискальное правило, если мы перестаем сглаживать нефтегазовые доходы. То есть все попадающие в бюджет доходы, они не складываются в ФНБ, а потребляются. То есть это синяя кривая. То есть фактически синяя кривая, это можно сказать, без бюджетного правила, а черная кривая – это с бюджетным правилом. И мы видим, что ну и на графике, если мы просимулируем модель, что волатильность ВВП при введении бюджетного правила, она снижается. Вот. При этом вот качественно обменный курс, волатильность его не изменяется. Значит, почему это так? Почему волатильность обменного курса практически не изменяется? Значит, волатильность курса бы, и реакция вообще курса бы изменилась, если бы у нас изменились компоненты платежного баланса. Да? Вот. Но значит, государство меняет механизм сглаживания, то есть объем потребления собственного. При этом по статистике госпотребление состоит из внутреннего продукта, а не из импорта. То есть получается, что при изменении вот, реакции госпотребления импорт не затрагивается, то есть затрагивается лишь внутренний продукт. Значит, получается, со стороны изменения импорта, значит, обменный курс никак, ну, мало подвергается воздействию. Вот. Но при этом у нас еще есть как бы операции с Фондом национального благосостояния. Но вот оказывается, что в модели изменения вот этих вот объемов операций с Фондом национального благосостояния, их парирует вывод средств собственниками бизнеса. То есть, если государство сменило вот этот сглаживание механизма нефтяных цен, то собственники фактически, значит, ну как бы можно сказать, затыкает эту дыру, которая возникает в результате сейчас правильные слова найду. В общем, изменения в реакции в операциях с Фондом национального благосостояния, они покрываются изменением в действии собственников с иностранными вложениями. При этом мы вот этот параметры, которые отвечают за реакцию собственников, мы оценивали. И у собственников была возможность реагировать по-другому. То есть, например, то есть у этого параметра желание выводить средства могло бы быть высокое значение. То есть собственники могли бы не реагировать на изменение механизма сглаживания. Но они, по сути, то есть этот параметр идентифицировался так, что фактически собственники затыкают вот эту нишу, и изменение обменного курса не происходит. И второе, как бы, то есть последнее, значит, это увеличение волатильности инфляции. То есть тут тоже можно, могу попытаться объяснить, что происходит. Значит, при введении бюджетного правила дефляционный эффект увеличивается. Почему это так? Значит, для этого, чтобы понять это, нужно представить инфляцию как реакцию импортной компоненты, то есть фактически обменного курса, и реакцию
внутренней инфляции, то есть домашних цен. Вот обменный курс у нас, как я уже сказал, практически никак не реагирует на изменения в сглаживании нефтегазовых доходов. А внутренняя инфляция, она реагирует на механизм сглаживания нефтегазовых доходов. Если у вас нету, то есть появляется сглаживание нефтегазовых доходов, государство предъявляет меньший спрос на конечный продукт в результате положительного шока цен на нефть, и внутренние цены, вот черненькая кривая, она растут меньше в случае сглаживания, чем синенькая кривая, то есть в случае не сглаживания нефтегазовых доходов, когда спрос на внутренний продукт больше. И если вы усредняете, соответственно, вот черные кривые внутреннюю и внешнюю компоненты инфляции, она оказывается ниже, чем усреднение вот синих, это внутренние и внешние компоненты инфляции, если у вас нету сглаживания. То есть из-за того, что при введении бюджетного правила, при сглаживании нефтегазовых доходов у вас внутренние цены растут медленнее, у вас дефляционный эффект оказывается гораздо больше. То есть происходит увеличение волатильности инфляции в этой модели. Ну, в общем-то, все. Значит, это из интересных результатов. Здесь, скорее всего, отрицательный результат улучшения качества прогнозов. Значит, если мы вводим бюджетное правило, то оказывается, значит, черненькие кривые это кривые, соответствующие с бюджетным правилом. Оказывается, что ошибки прогнозов на один квартал вперед качественно не меняются. Ну, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но качество остается тем же. А вот качество прогнозирования ВВП, к сожалению, ухудшается, и как раз из-за того, что мы плохо прогнозируем государственное потребление по бюджетному правилу. То есть вот в некоторые кварталы ошибка прогнозирования государственного потребления, она слишком высокая. И получается, что для улучшения качества прогнозирования все-таки использовать какие-то простые описания бюджетного правила, типа ну, простые описания фискального сектора, типа каких-то R1 соотношений, R1 процессов. А вот спецификацию более подробную, расширенную, да, то есть в соответствии с законодательством, ее лучше использовать для моделирования каких-то структурных сдвигов в политике, каких-то качественных эффектов. В общем-то, у меня на этом все. Все. Да, спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Да, Антон, прошу. Спасибо большое. У меня есть два вопроса. Первый – это, наверное, про данные, на каких данных оценивалась модель. Просто очень интересно. А второй вопрос про уравнение, уравнение на накопление фонда, по сути. А как обеспечивается, что у нас в steady state размер фонда, он стабильный? Там просто было, я просто там видел, там было уравнение, там BT равно BT минус 1 плюс, и вот какая-то компонента связана mm-hmm. с наполнением фонда. Вот там она была, вот она там стационарна. Там, просто... mm-hmm. Так, значит, данные. Данные мы использовали 20 рядов. Все компоненты ВВП в соответствии с использованием обменный курс, ставки, 4 переменные по банковскому сектору, там процентные ставки. В общем, 20 штук это в модели, в описании модели Селезнева-Крепцева это описано. И процедура оценивания была достаточно специфическая. Сначала мы оценили модель до 16 года включительно, потому что не работало фискальное правило. Взяли оттуда из этой оценки средние величины оцененных параметров, и потом уже вот эти средние значения взяли как компоненту априорного распределения для оценки с 2017 года.
когда работало бюджетное правило. То есть вот смена механизма, оно заставляет как бы рвать данные. А короткий промежуток 2017 года заставляет использовать какие-то данные еще до 2017 года, потому что ну, теряется тогда какая-то информация о поведении вот, экономики. Не очень приятная вещь, но как бы выкрутиться из нее непонятно как. Вот. Про уравнение. Презентацию видно, да? Сейчас нет. Нет, скрылась презентация. Сейчас я еще раз включу. Так, вот. Значит, да, правильно отмечено. Вот это уравнение имеет единичный корень. Модель допускает единичные корни, но если вы с ними работаете специально, вот именно модель Селезнева-Крепцева, и там есть случайное блуждание в совокупной факторной производительности. А здесь как бы это дополнительно единичный корень, и его либо нужно с ним специально работать, либо его нужно убрать. Я его убрал, значит, здесь на самом деле поставлено авторегрессионное соотношение. Значит, вот здесь стоит еще 0,99 или 0,95 от вот этого значения. И плюс 0,1%, ну, либо 5% от steady state. То есть фактически это уравнение заменено очень похожим соотношением, которое очень медленно сходится к выбранному steady state. То есть и параметр вот этой авторегрессии, он оценивался, и там получалось, что он, этот параметр, ползет в верхнюю границу, то есть ползет к единице. То есть если мы ставим ограничение там 0,99, а предполагаем его начальное значение 0,95, то есть он и показывает, что это должно быть уравнение типа случайного блуждания. Вот даже на таком коротком промежутке. Вот. То есть вот так вот мы выкрутились из этой ситуации. Спасибо. А про процедуру оценивания у вас в припринте на сайте ЦБ, да, наверное, есть информация? Там в сноске, по-моему, это написано. А припринт, кстати, прикреплен к этой же конференции вышки. В списке докладов в секции, да, есть ссылка как раз на этот припринт. Я уже проверил. Александра, у вас вопрос. Да, Михаил, спасибо большое за доклад. Вот у меня уточняющий вопрос по поводу того, как-то учитывается, проявляется ли у вас в модели снижение тесноты связи между валютным курсом и ценой на нефть вот, в условиях функционирования бюджетного правила? Ну вот как раз я про это и говорил. Презентация видна или опять соскочила? Да, видна, видна. Вот как раз я про это и говорил, что реакция, значит, при введении бюджетного правила волатильность обменного курса снижается очень слабо. Там буквально волатильность падает на 2 или на 3%. Вот я сейчас давайте глянем. Да, вот я про волатильность услышала, вот, да. Exchange rate, вот, значит, без сглаживания у вас 4%, 4,04, а со сглаживанием 3,86, но это, соответственно, по-моему, где-то 4-5% падения вот этого стандартного отклонения, то есть не очень большая, вот. Все, я просто для себя еще вижу, что измеряется как темп роста валютного курса. Вот. Меня немножко вот смутила терминология, я вот теперь все поняла. Спасибо. Да, возможно, какие-то ответы на вопросы там в припринте, более развернутое этот изложение. Спасибо. Пожалуйста. Так, коллеги, я в процессе еще получил ответы на свои вопросы, поэтому не буду занимать время. Есть ли у кого-то еще вопросы из слушателей? Так, поднятых рук я больше не вижу. Ага, коллеги, спасибо. Тогда предлагается перейти к третьему докладу. Третий доклад Александра Викторовна Божичкова. Это Академия народного хозяйства. Влияние развития человеческого капитала на экономический рост субъектов Российской Федерации. Я заранее прошу прощения, если я ошибся в ударении. Все правильно. Все правильно. Спасибо. Все, тогда передаю вам слово. Спасибо. Так,
Коллеги, да, спасибо большое. Тема доклада «Влияние развития человеческого капитала на экономический рост субъектов Российской Федерации». Хотелось бы отметить, что ключевые теоретические и эмпирические исследования, зарубежные, посвященные данной теме, выявляют, как правило, положительное влияние человеческого капитала на экономический рост, и каналы этого влияния могут быть различными. Это может быть как прямое, так и косвенное влияние, влияние на совокупную факторную производительность, влияние на возможность реализации инновационной деятельности или адаптации зарубежных технологий. И вот в рамках нашего исследования нам хотелось бы сосредоточиться на попытке эконометрической оценки влияния человеческого капитала на различные группы российских регионов, как правило, классифицированные по направлению специализации. Также хотелось бы отметить, что на протяжении последних десятилетий мы наблюдаем тенденцию территориальной концентрации экономической активности человеческого капитала в регионах, обладающих конкурентными преимуществами. Это характерно как для странового уровня, так и для регионального российского уровня. И мы можем наблюдать приток человеческого капитала в регионы, которые, например, являются нефтедобывающими, в крупные агломерации, в регионы с высоко диверсифицированной промышленностью или в какие-то наукоемкие регионы. И одновременно наблюдаем отток человеческого капитала из регионов, характеризующихся депрессивным состоянием. И в этой связи хотелось бы вот получить некие количественные оценки в отношении влияния человеческого капитала на различные группы регионов. И здесь хотелось бы отметить, что, наверное, красной нитью через все исследование проходит проблема эндогенности и, ну, в частности, установление, выявление причинно-следственной связи, поскольку, с одной стороны, человеческий капитал влияет на экономический рост, а с другой стороны, быстро растущие регионы, как я уже сказала, привлекают большее количество человеческого капитала из других регионов. Помимо этого, быстро растущие регионы характеризуются запросом, например, со стороны бизнеса на более высокое качество институтов, что в результате повышает инвестиционную привлекательность данной группы регионов и, опять же, способствует повышению темпов экономического роста. И вот действительно это такая проблема, которую мы попытались в некоторой степени решить эконометрически, вот, но, на мой взгляд, она решена не окончательно. Значит, хотелось бы сначала остановиться на теоретических аспектах данной темы. Безусловно, теоретические основы составляют эндогенные модели экономического роста. И здесь следует отметить, что человеческий капитал в подобных моделях может включаться как фактор производства непосредственно в производственную функцию наряду, например, с физическим капиталом. Другой способ включения человеческого капитала в подобные модели – это эндогенизация показателя совокупной факторной производительности. При этом человеческий капитал, он может влиять на динамику развития сектора НИОКР, с одной стороны, с другой стороны, он может способствовать эффективной адаптации, заимствованию зарубежных технологий, протекающих, там, например, по каналам прямых иностранных инвестиций и импортом машин и оборудования. Есть гибридные модели, которые рассматривают и тот, и другой канал одновременно. И вот с точки зрения теории также хотелось бы отметить, что человеческий капитал в моделях эндогенного роста оказывает
влияние на экономический рост как на переходной траектории к стационарному состоянию, так и в самом стационарном состоянии, что, в принципе, представляется важным, когда мы переходим от теории уже к эмпирике и пытаемся сами оценить какие-то эконометрические модели. Вот в нашем случае мы предполагаем, что мы работаем с переходной траектории для российской экономики, то есть это переходная траектория к стационарному состоянию, и рассматриваем механизмы влияния человеческого капитала именно на подобные траектории. И помимо этого пытаемся учесть как непосредственно прямое влияние человеческого капитала на рост, так и совместное с другими факторами, такими как прямые иностранные инвестиции, импорт машин и оборудования, внутренние инвестиции, которые благодаря более высокому уровню человеческого капитала работают более эффективно. В отношении эмпирических работ вот хотелось бы такую небольшую ремарку вставить. Безусловно, таких эмпирических работ, в которых исследуется, оценивается влияние человеческого капитала на экономический рост, огромное количество. И вот некой такой общей чертой, наверное, характерной для этих работ является снижение значимости количественных показателей человеческого капитала, таких как, например, число лет обучения там, населения, достигшего определенного возраста, доля занятых с тем или иным уровнем образования. Вот такие переменные, они уже в более современных работах теряют свою значимость в регрессионных уравнениях и повышают свою значимость показатели качественные. К числу таких показателей, безусловно, можно относить результаты тестирования PISA, TIMSS. Помимо этого, некоторые авторы используют показатели, характеризующие долю занятости там, в более технологичных, высокотехнологичных секторах экономики. И вот такие показатели оказываются значимыми как для развитых, так и для развивающихся стран. Вот этот переход от значимости количественных показателей к качественным связан, безусловно, с, в целом с ростом уровня образования населения, ну, в частности, развивающихся стран, когда мы уже не видим необходимой дисперсии показателей, характеризующего человеческий капитал во времени, и, соответственно, переменная перестает быть значимой. Здесь хотелось бы еще отметить, что в рамках нашего исследования мы пока остановились на количественных характеристиках человеческого капитала. Вот более подробно обсудим те показатели, которые использовали. Вот. Но, тем не менее, вот, мы ищем в продолжении исследования пути для включения и качественных показателей тоже. Значит, на следующем слайде приведено уже непосредственно эконометрическое уравнение, которое мы оцениваем в рамках данной работы. Это уравнение оценивается для 78 субъектов Российской Федерации в период с 2000 по 2015 год. Уравнение достаточно стандартное для моделей экономического роста. Здесь в левой части уравнения представлены темпы прироста реального ВРП на одного занятого. В правой части есть контрольные, стандартный набор контрольных переменных. Как я уже говорила, поскольку мы работаем с переходной траекторией, соответственно, мы включаем конвергенционный член, то есть в нашем случае это ВРП на одного занятого в базовом году. Предполагается, что чем ниже уровень базового ВРП, тем в условиях наличия конвергенции имеет место более высокие темпы экономического роста. Помимо этого, темпы роста численности занятых, в качестве аппроксимации нормы сбережений используется доля инвестиций в ВРП.
это вот некий такой блок контрольных переменных, которые, как правило, включаются в модели экономического роста. И далее вот переменные, которые интересуют нас, вот они сосредоточены на второй строчке этого уравнения, это характеристика человеческого капитала. Вот те переменные, которые оказались значимыми, хотя пробовали мы набор очень различных переменных, это доля занятых с определенным уровнем образования в общей численности занятых. Это доля занятых с высшим образованием, со средним, там, средним профессиональным, общим и так далее. И вот также доля занятых в секторе НИОКР. Это вот та переменная, которая получилась значимой. Здесь хотелось бы вот такой сразу предложить контраргумент вот в адрес возможной критики данного показателя. Например, ну, вот часто говорят о том, что доля населения с высшим образованием, она и так велика, и вряд ли она будет значима в модели. Ну, здесь хотелось бы сказать, что вот в среднем по всем регионам эта доля занятых с высшим образованием с 2000 по 2015 год выросла с 21,6% до 33%, но при этом хотелось бы отметить, что это очень разнородный показатель для разных регионов. То есть если для Москвы и Московской области там этот прирост этого показателя был несущественный, то вот есть регионы, для которых наблюдался существенный рост данного показателя. Ну вот как пример, опять же, что показатель такого типа имеет достаточно большой разброс в цифрах, это, например, то, что доля общего среднего образования, доля занятых с общим средним образованием, соответственно, сократилась с 18% до 3,2% вот за рассматриваемый период. Что, опять же, говорит о возможности включения подобных переменных в модель. И помимо этого мы рассматриваем, как мы их называем, каналы, факторы диффузии технологий, то есть показатели прямых иностранных инвестиций и доли машинооборудования ВРП, которые вот в некоторой степени характеризуют процесс заимствования зарубежных технологий. И включаем переменную совместного произведения человеческого капитала и показатели диффузии технологий, предполагая, что при достижении человеческим капиталом определенного порогового уровня мы можем наблюдать значимое влияние данных факторов для каких-то групп регионов. Также хотелось бы отметить, что проблемой в таких регрессиях является вот как раз проблема выделения трендовой составляющей. И вот подходом к решению данной проблемы, которую мы используем, и которая часто используется в подобных работах, это усреднение данных по каким-то периодам. В нашем случае мы выбрали 4-летние периоды, вот они указаны в нижней части слайда. И вот мы предполагаем, что в некоторой степени это позволяет устранить циклическую составляющую и наблюдать вот условно этот долгосрочный экономический рост, насколько он может быть долгосрочным на исследуемом промежутке времени. И вот опять же, возвращаясь к проблеме эндогенности, хотелось бы отметить, что здесь достаточно ограниченное количество точек получилось для того, чтобы, например, использовать там, динамический или системный GMM. И пока мы пошли таким относительно простым путем и включали переменные, подозреваемые на эндогенность, на начало вот каждой этой четырехлетки. То есть если с 2000 по 2003 год, то это точка бралась на 2000 год, то есть вот некий такой лаг, может быть, он в некоторой степени позволил нам учесть эту проблему. И далее хотелось бы отметить, что оценка данного уравнения проводилась для различных групп регионов. Вот первые две группы — это группы, полученные на основе метода К-средних по
доли добавленной то тем или иным видом промышленности в валовую добавленную стоимость. Это обрабатывающая группа регионов, специализирующихся на обрабатывающих отраслях, и группа, специализирующаяся на добывающих отраслях. Получилась еще некая такая третья смешанная группа, куда попали крупные агломерации, вот Москва, там, Санкт-Петербург и сельскохозяйственные регионы. И вот эту группу серьезно так мы не рассматривали для исследования. И помимо этого отдельно проводились оценки для 12 регионов, которые приводятся в рейтинге Ассоциации инновационных регионов как регионов-лидеров. Соответственно, вот в следующей таблице приведены ключевые результаты по столбцам, представлены оценки коэффициентов, приведенного на предыдущем слайде уравнения, для каждой группы регионов. Вот на что здесь хотелось бы обратить внимание, вот мы видим, что вот этот конвергенционный фактор ВРП на одного занятого в базовом году, он значим, ну, в частности, например, для всех регионов, что говорит о том, что наше предположение вот этой догоняющей траектории развития, то, что мы выбрали именно переходную траекторию, оно было верным. И помимо этого, вот для всех регионов следует отметить значимость человеческого капитала с высшим образованием для темпов экономического роста. И вот, ну, такие контрольные переменные, как доля инвестиций в ВВП, темпы роста численности занятых, также значимы. Если рассматривать результаты для групп регионов, то здесь на что следует обратить внимание, можно отметить, что для добывающих регионов также оказался значимым показатель доли занятых с высшим образованием, что, по всей видимости, свидетельствует о высокой роли данной категории населения для темпов экономического роста данных регионов, о высокой роли, ну, в том числе, например, инженерного корпуса, который занимается адаптации технологий, разработкой новых месторождений, там, проведением различных там газовых и нефтяных труб и так далее. И помимо этого мы видим, что показатели, характеризующие внутренние инвестиции и прямые иностранные инвестиции, оказались также значимыми. Вот, по всей видимости, вот высокая ожидаемая доходность регионов данной группы привлекает инвестиции и имеет позитивный эффект для экономического роста. Здесь вот показатель импорта машинооборудования, он также значимо и положительно влияет, просто он тесно коррелирует с показателем прямых иностранных инвестиций, поэтому одновременно в модели эти факторы не добавлялись. Если говорить о группе обрабатывающих регионов, то вот здесь, наверное, важен такой момент, что прямые иностранные инвестиции, да, показатель прямых иностранных инвестиций, в отличие от предыдущей группы регионов, оказывается значимым лишь в совместном произведении с человеческим капиталом, да, который аппроксимируется, опять же, долей занятых с высшим образованием, что говорит о необходимости наличия вот некого порогового уровня человеческого капитала, начиная с которого инвесторы готовы приходить в данные регионы и начиная с которого имеет место вот эта положительная отдача для экономического роста. Значит, вот остальные регионы, вот этот вот столбец 4, он не настолько интересен. Я уже сказала, что это такая вот остаточная группа получилась, где очень намешаны различные регионы. И вот предлагаю еще посмотреть столбцы 5 и 6. Это регионы, лидеры инновационного развития. И вот, ну, здесь помимо вот тех результатов о значимости прямых иностранных инвестиций, там, импорта машинооборудования, внутренних инвестиций, здесь, наверное, важным является результат о значимости доли занятых в секторе НИОКР, в общей численности занятых, для темпов экономического роста данной группы регионов.
Если попытаться оценить регрессию, которую мы вот видели изначально, домножив переменную, характеризующую человеческий капитал, на дамми переменные, характеризующие различные группы, вот группа добывающих отраслей, группа добывающих регионов, обрабатывающих регионов и остальных регионов. Вот если попробовать оценить такую регрессию, то здесь вот в рамках одной таблички мы можем увидеть различия в угловых коэффициентах при человеческом капитале. Мы видим, что большую отдачу человеческий капитал имеет в группе обрабатывающих регионов, и, по всей видимости, это означает, что вот более высокая доля населения с высшим образованием в данной группе регионов обеспечивает более гибкую подстройку рынка труда к различным технологическим сдвигам, что в конечном итоге может иметь позитивный эффект в терминах темпов экономического роста регионов. И ну вот еще раз акцентирую внимание на том, что этот показатель оказался выше, чем для добывающих регионов, где, которые являются в принципе привлекательными для инвесторов без учета вот этого некого порогового уровня человеческого капитала, именно учитывая высокую ожидаемую доходность вложений в данную группу регионов. И в целом, подводя итог исследованию, хотелось бы отметить, что действительно полученные оценки показывают существенную важность и положительный эффект от человеческого капитала для темпов экономического роста как всех регионов, так и отдельных групп регионов. При этом наблюдается как прямое влияние, так и косвенное через обеспечение работоспособности каналов диффузии технологий. Интересно, что в регионах, лидерах инновационного развития, мы наблюдаем значимый эффект от доли занятых в секторе НИОКР, и в принципе это может говорить о некой перспективе развития и других регионов по данному сценарию по мере повышения доли занятых в секторе НИОКР в других регионах. И, безусловно, то, что полученные результаты свидетельствуют о наличии потенциала дальнейшего роста регионов за счет осуществления инвестиций в высшее образование и повышения качества человеческого капитала. Вот. Ну и, безусловно, здесь еще следует учитывать необходимость создания инфраструктуры и дальнейших условий для работы того человеческого капитала, который будет получен в результате подобных инвестиций. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо большое. Коллеги, если у вас появились вопросы, задавайте, пожалуйста. У меня, собственно, тоже в конце парочка будет. Да, Михаил, пожалуйста. Пока не слышим. Микрофон выключен. Да, спасибо. У меня вопрос про значимость, про слайд со значимостью коэффициентов регрессии. Вот вопрос заключается в том, значит, про вторую строчку. Значит, почему, что значит, что коэффициент отрицательный? Это раз. Ну, это вопрос. А замечание, ну, наверное, вот результаты, ну, они более-менее понятны, но лучше бы их, наверное, было бы еще понять, если бы графически были представлены вот поведение факторов, пусть даже не за 4, там, за 4 года усреднен, по четвертому лету усредненный или там на графике, ну, то есть понимать, что происходит вообще в целом вот с инвестициями, что происходит с средним там, или высшим образованием, с НИОКРом. То есть на какие ряды на самом деле мы смотрим, на падающие, на растущие, там, на циклические. Вот. Но вопрос про вторую строчку, вот как объяснить, что отрицательно? Да, спасибо большое. Вот в отношении второй строчки на самом деле
многих исследователей получается такой результат, не у всех, хотелось бы отметить. Вот. И, как правило, интерпретация такая, что вот этот показатель занятый, да, численность занятого населения, он также стоит в знаменателе объясняемой переменной. То есть мы смотрим на темпы роста реального ВРП на одного занятого. И вот предполагается, что чем быстрее растет численность занятых, тем у нас ниже темпы роста вот на одного занятого. Вот, насколько я понимаю, это вот такой некий математический результат. Вот те авторы, которые получают положительный знак, они объясняют это тем, что, ну вот если сугубо с точки зрения модельной, то рост численности населения означает рост численности занятых в секторе НИОКР, соответственно, вот, развитие технологий, повышение темпов экономического роста. Вот у кого получается отрицательный знак, вот насколько я понимаю, обычно это вот как некий такой математический результат, что вот, вот эта величина, она стоит в знаменателе. Вот, по-моему, вот в работе Баро 93-го или 2-го года там тоже у него так получалось, и, по-моему, примерно так он объясняет. Да, спасибо. Вот, спасибо большое, да, картинки, вот я абсолютно согласна, это для наглядности нужно включить, чтобы понимать. Угу. Да, можно я тогда тоже задам? Ну, во-первых, вот что касается предыдущего вопроса, действительно складывается ощущение, что капитал как бы не успевает расти за трудом, и поэтому вот мы наблюдаем такой отрицательный эффект. У меня два технических вопроса по кластеризации, которая делалась. А, собственно, первый вопрос – в исследовании используются 4 временных среза. Правильно ли я понимаю, что регион остается там в группе, например, регионов с преобладанием добывающих все время, то есть во все из этих 4 моментов он не может перепрыгнуть? И второй вопрос такой, сбалансирована ли панель, которую используем, собственно, с чем он связан? Вот там был слайд уже ближе к концу, предпоследний, по-моему, там было сказано, что 78 регионов, 4 момента времени, но наблюдений всего 300. То есть такое ощущение, что какие-то регионы либо пропали, либо, может быть, слились. В общем, была какая-то история, по всей видимости, с изменением карты. Вот два таких технических вопроса. Да, спасибо большое. Вот действительно, со сбалансированностью тут есть некоторые проблемы. Вот, и с этим действительно связано такое некая, да, вариация вот числа наблюдений. А также вот в отношении кластеризации здесь вот она строилась на усредненных данных за весь период, вот, то есть поэтому действительно не учитывается тот факт, что регионы могут с течением времени перепрыгивать из одной группы в другую, да. Да, спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Так, ну, судя по всему, никто микрофоны больше не включает, видимо, вопросов больше нет. На самом деле, в этом месте мы, наверное, будем потихоньку заканчивать нашу секцию. Во-первых, огромное спасибо докладчикам и за интересные доклады, интересные вопросы, а самое главное, за идеальное попадание в тайминг. Вот у нас как раз 15.12, мы с вами сделали все в полном соответствии с заявленным временем. Спасибо большое. Интересные сегодня у нас были доклады. Во всех докладах в той или иной степени говорили о тенденциях роста, о переломе этих тенденций. Ну и вот, судя по всему, именно эта тематика будет у нас еще на ближайшее время суперактуальной. Если кто-то еще хочет что-то добавить в качестве заключительного слова, то тоже прошу. Ну, спасибо тебе, Николай Петрович. Хотел спросить, а когда ждать от тебя DSGA-модели? Я в процессе. Вот как только построим, так сразу презентуем, но я довольно ленив, скажем честно. Понятно. Спасибо большое, коллеги. Удачи. Вместе будем заканчивать. Да. Да, да, да. Все, спасибо. Спасибо большое. Да, до свидания. Спасибо. До свидания.
Спасибо, счастливо.